Уже второй год подряд наш город принимает участников международного лагеря «Беларусь Dance Camp», в рамках которого проводится фестиваль сценического искусства «Summer Dance». Как и в прошлом году, танцевальный форум собрал коллективы ребят из разных городов нашей страны также посоперничать на сцене, да и отдохнуть в лагере, который организован на базе Полесского госуниверситета. Приехали и гости из Латвии, Литвы и России. В прошлом году мы проводили этот фестиваль на городской площади, на площади Ленина. Соответственно, в этом году, для того, чтобы было удобнее зрителям и гостям, собственно говоря, города Пинска, мы проводим его на стадионе «Волна», уже с трибунами и со всеми делами. Кто же из ребят танцует лучше, определяли именитые судьи. Финка Янина Илка, к примеру, неоднократный чемпион европейских танцевальных конкурсов, которые, призналась девушка, по уровню организации и участников ничем не отличаются от пинского фестиваля Summer Dance. Оценила иностранная гостья и то, что в Беларуси проводится несколько подобных мероприятий, где молодежь может всесторонне проявить свои таланты. We have in Finland only one competition, so we need more. So it's too bad. В Финляндии проводится только одно соревнование по современным танцевальным направлениям, и это достаточно плохо, поэтому они очень часто и много выезжают в другие страны и города для соревнований, для того, чтобы рос уровень исполнителей. Второй год подряд за танцевальными наградами в Пинск приезжает российский коллектив «Ассорти». Юные артисты из города Пушкино уже становились призерами пинского фестиваля. Победить попробуют и в этот раз. Ребята приготовили оригинальную танцевальную постановку под названием «Веселый рай». Очень все здорово, на высоком уровне, хорошие номера, организаторы очень внимательны. Спасибо им большое. Детских талантов тут просто немерено, их тут 500 человек, этих детских талантов. Поэтому, естественно, мы нашли то, что хотели. И задача фестиваля – это как раз, в отличие от остальных, которые у нас проходят, это не выбрать даже победителя, сколько люди просто обмениваются тем, что они сделали за год. Так как они видят друг друга не один день, как обычно на фестивале, а они находятся вместе 18 дней, соответственно, они могут и подружиться, и что-то перенять друг у друга. Не приминули поучаствовать в фестивале и пинские любители танца, участники студии современного танца «Навигатор». И, как оказалось, успешно. В номинации «Стрит-шоу» «Уличный танец» ребята завоевали первое место и награды, которых в призовой копилке «Навигатора» уже более чем 200. Всего на фестивале в танцевальных батлах было разыграно 16 комплектов наград, большинство из которых достались белорусским коллективам. А еще ребята увезут массу позитивных эмоций и впечатлений, которые подарил фестиваль Summer Dance и международный лагерь «Беларусь Dance Camp». Желаем всем удачи, чтобы все были такие же сильные, как мы, будем в конце наших сборов.